WC2551K, kindly remove your vehicle, otherwise the traffic police will be coming and towing it away. And for those of you who have parked your cars in the vegetable market next door, please note that it's not the market for holy names. It's going to be closed in the next 10 minutes. Okay. Right. So the moment all of us have been waiting for, we will request Guru Maharaj to share his Vyasa Puja. Слушая о том, как Гопкумар Прабху рассказывает об истории создания Кришны еще до строительства этого храма в Малайзии, я вспомнила то время, когда я тоже впервые приехал в Малайзию. До этого я не приезжал, и ранее приезжали Джананда Махарадж. Бхактивикаша Махарадж, я приехал позже, это где-то был 2000-й. Что же произошло? Я был в Китае. В Китае были определенные проблемы, которые заключались в том, что нестабильная ситуация была в стране. И это было не сменит. Тысячелетие. Переходим в новое тысячелетие. Это был такой расцвет Китая. Там взбунтовали студенты, и
правительство стало проводить репрессии. Сначала они были направлены только на студентов, а потом распространились по всей стране, по всему Китаю. До этого Китай был открыт и похож на западный мир. Но затем они стали проводить репрессии, и на Китай наложили санкции, что было, ну, как бы необычно. Потом они снимали ограничения, потом опять какой-то период эти ограничения вводились. И так это был период ограничений. Это очень сложно находиться там. И в это время я думала, куда отправиться проповедовать. Я думаю, что когда вдохновение придет из Малайзии. Там тоже проживали китайцы. И один из, мы хорошо называем одного из знаменитого китайского преданного, который находится в Малайзии. Я подумала, было бы хорошо отправиться в Малайзию, провести там какое-то время, проповедуя. Это где-то был 2000 год. И до этого я всегда пребывал в Гонконге, в Китае. Но затем политическая ситуация стала настолько сложной, мне пришлось подумать о каких-то других местах, где можно было проповедовать сознание Кришны. Это Малкришна Махарадж. Он дал мне наставление, что не следует посвятить свою себя. Проповедуя китайским людям, пытаясь помочь китайским людям, потому что он знал, что я что-то знаю язык немного, и я могу это использовать. И он вдохновлял меня использовать его, распространять это сознание, конечно, среди китайцев, которые живут в Малайзии. И вот Махарадж Сватама Прабху, который был тогда секретарем региональным, он назначил меня ответственным за проповедь китайцам в Малайзии. И позже появился Тривикрам Прабху, он стал полноценным преданным. Но он занимался преданным служением все свое время, и потом взялся за это дело. И видно, что у него есть квалификации, и определенным образом он определенно делает больше, чем я, пытается организовывать китайскую ядру здесь. Но, как подчеркнул Гопкумар, китайцы составляют где-то 30% от населения здесь. В то время как индийцы составляют 8%. И, понимаете, если мы будем проповедовать только индусам, то наше поле проповеди будет ограничено. Но если мы будем больше проповедовать другим людей, то поле нашей проповеди расширится, оно станет больше. Мы постоянно говорим о расширении проповеди, проповедовать новым людям, посещать новые места, пытаться давать людям знания новым людям. Недавно я был в Сингапуре. Они там проводят определенные программы, там есть одна китаянка. В Сингапуре. И она преподает йогу. Проводит раз в неделю, раз в месяц программы определенные, чтобы привлечь новых людей. Там встречают с новыми людьми, которые ничего общего не имеют с сознанием Кришны. И мы встречаемся там в той обстановке. Они встречаются там в этой обстановке, не храмовой. У меня была возможность поговорить с такими людьми, это было очень хорошо. Они были очень восприимчивы к этому знанию. Ну, конечно, существует много разных недобрых высказываний в сторону, по поводу такого вида распространения знаний. И также, таким же образом, в Китае у нас нет центров, у нас нет храмов в Китае. Меня часто спрашивают, сколько храмов в Китае, я говорю, нету ни одного.
0 там. Но там есть преданные, довольно-таки хорошее количество преданных. Так, конечно, немного, но по сравнению, конечно, с общим количеством китайцев, у нас не так мало преданных китайских. Прабхупада показал нам пример. Он приехал в Гонконг, и он видел Бариджан Прабу. Бариджан Прабу со своей женой изначально оставались в Гонконге. И там к ним привлекся один китаец, то есть человек в китайском теле, который стал преданным. Прабхупада был очень доволен. Он сказал, что если в большом, огромном лесу с большим количеством деревьев появится одно сандаловое дерево, то оно распространит запах. Приятный запах сандала по всему этому лесу. Весь этот лес наполнится приятным запахом сандаловым. И Прабхупада сказал, что один преданный китайский может прославить всю китайскую нацию. Прабхупада вдохновлял Бариджана Прабу, и он сказал, насколько он был доволен видеть, что китайцы тоже присоединяются к движению, принимают сознание Кришны. Прабхупада сказал Бариджану Прабу отправить этого китайского преданного в Майпур. Ну, конечно, Бариджан Прабу послушал его, он отправил этого преданного в Майпур. Прабхупада встречался со своими братьями в Боге, с Гаудия Матха. И Прабхупада, когда увидел их, сказал: «Посмотрите, китайцы тоже присоединяются». Хотя на тот момент был всего один китайский преданный, Прабхупада сказал: «Видите, даже китайцы приходят». И его духовные братья сказали: «О, они были под впечатлением». Конечно, Прабхупаде нравилось, что мы ездим везде и проповедуем, потому что это миссия Господа Чайтаньи. Что мы должны посетить каждую деревню, каждый город. В деревнях тоже можно встретить много преданных. Деревни могут быть в сознании Кришны. Мы хотим, чтобы везде были деревни в сознании Кришны. И Прабхупада назвал ферму Гита Нагари. Это ферма, где все воспевали славу Господу Кришне. И мы должны понять, как распространять сознание Кришны. В Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами предлагает молитвы, возносит молитву. Если вы изучите вторую песню Шримад Бхагаватам, в которой Шукадева Госвами спросили, его попросили описать процесс творения. И прежде чем он стал описывать этот процесс, он сначала вознес молитвы. И в одной из молитв, это очень важная молитва для нас, часто цитируется Прабхупадой. Абира Шимба Явана Кашадая. Ядьеча папа, ядапашрая шрая, сиджанти, тасмай, прабхавишнаве нама. Сукадев Госвами is listing different races around the surface of the planet. And he begins Кирита. Шукадева Госвами перечисляет различные места на планете. И он говорит «Кирита». Прабхупада говорит «Кирита» означает «африканцы». Таким образом, Прабхупада послает Брамананду в Африку. Брамананда был одним из первых преданных, который присоединился к Шри Прабхупаде в Нью-Йорке. Брамананда был очень сильного, крепкого телосложения. Американец крепкого телосложения, умный и очень могущественный. Прабхупада сказал ему: «Отправляйся в Африку». И отправил его в Африку, и он проповедовал там. Но когда Прабхупада увидел, как он проповедует, они встретились в Кении, в Найроби, Прабхупада приехал туда, и он, Прабхупада, тогда сказал: «Ты проповедуешь только индусам».
А я тебя отправил в Африку. Ты должен был проповедовать африканцам. А ты проповедуешь только индийцам. У вас тут хороший храм. У вас тут очень хорошо. Очень благостные они. Ничего сложного в такой проповеди нет. Здесь легко поддержать все. А как насчет африканцев? Я тебя отправил, чтобы ты проповедовал африканцам. И они организовали программу для Прабхупады. Отвезли его в места, где живут африканцы. И для проповеди африканцы Прабхупада проповедовал им. Много людей пришло. Прабхупада показывал своим примером, что он хотел, чтобы распространялось сознание Кришны повсюду. И не считать, кто тот квалифицирован, а кто-то нет. Он сказал, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел, прежде всего, когда Господь Кришна пришел, Он принес с собой сокровищницу любви к Богу, но содержимое было запечатано. И как можно было получить эту любовь к Богу? Нужно предаться Кришне, чтобы получить содержимое. И содержимое этого хранилища все еще оставалось запечатано. Это было большое хранилище, но содержимое его было запечатано, закрыто. Затем пришел Чайтанья Махапрабху. И Чайтанья Махапрабху пришел с Панчататвой, и он взломал это хранилище. И разграбили все содержимое. Как иногда восстание. Коло. Вы знаете, люди пытались закрыть все, но эти колы, они... Грабили все, взламывали. Они их не действовали законы, они подчиняли закону, все ломали, грабили. В одно время в Индии проходили такие восстания этого племени Кол. У людей были сейфы, они все запирали, они думали, что это все будет безопасно. Но те люди все взломали, разрушали. И так Панчататва, они разграбили это хранилище любви к Господу. Они не оставили себе, они распространяли ее каждому, без всякой дискриминации. Молодые люди, старики, женщины, дети, каждому. Каждый получил милость Панчататвы. Они распространили эту любовь к Господу. Свободно. Мы должны следовать. Здесь у нас есть Панчататва. Мы поклоняемся Панчататве. Здесь в Майпуре. Мы слышим, как люди воспевают «Джай Панчататва». Мы должны следовать примеру Панчататвы, настроению этой, и распространять сознание Кришны каждому, без всякой дискриминации, без ограничений. Конечно, здесь, в этой стране, есть какие-то различия, какая-то дискриминация. Мы знаем эти законы, что закон, кому можешь проповедовать, кому нельзя, кому давать книги, кому нельзя давать книги. Конечно, мы должны как-то обдумывать эти моменты. Но мы хотим сохранить общество, остаться в этой стране. Страна очень либеральна и дает нам возможности проводить и радха-ятры в многих городах. Как мы видели сегодня утром, здесь, в Милака, уже две радха-ятры. И планируется еще две провести. Правительство относится очень либерально к сознанию Кришны, к движению сознания Кришны. Конечно, есть исламские страны, где преобладает ислам, но все равно правительство видит, что наши
Общество следует законам, что мы уважительно относимся к этим законам и дает нам возможности практиковать нашу религию и дает нам возможность для проводить фестивали, которые очень особенные. Мы не видим особо много христианских уличных фестивалей. Также среди исламского народа, населения, также немного такие фестивали уличные. Они очень консервативны в своей практике. Но сознание Кришны, особенно Гауди Вайшнава, мы любим выходить. Мы любим создавать атмосферу некую. Мы любим, хотим пробуждать людей энтузиазм и пробуждать в них их духовное начало, что они все духовные существа, и у нас есть ответственность, чтобы понять, как правильно использовать нашу человеческую жизнь. Если мы просто уже будем жить в этом теле, спать, и есть, совокупляться, и защищаться, обороняться, то мы будем просто являться двуногими животными. Человеческая жизнь не предназначена просто для того, чтобы спать и есть. Она предназначена для самореализации, самосознания. У нас есть практика. Мы должны практиковать самосознание. И читание Махапрабху учил нас самому легкому процессу – воспеванию святых имен. И это самый могущественный процесс воспевания святых имен, санкиртана. У нас здесь есть великие генералы, санкиртаны. Мы сегодня слышали. Я очень вдохновлен тем, как они танцуют, пропагандируют, распространяют, воспевают. Бхактимукунда Махарадж. Это эксперт в строительстве храмов и открытии храмов. Прабхупада хотел, чтобы были центры везде. Мы слышали сегодня утром от Прабхупады, что он из писем Шришила Прабхупады, где он говорит: «О, устройте храмы». И Бхактимакунда Махарадж из крепости Дапрабу, они путешествуют по Малайзии и утверждают хорошие центры там. И Бхактимакунда Махарадж вернулся в Малайзию. В Мефике учредил центр. И отправился в другой город. Он увидел, что храм там не очень в хорошем состоянии. Там были преданные, там есть преданные. Но сам храм находится не очень привлекательном месте. И он стал думать, как улучшить положение. И вот недавно они отстроили, открыли новый центр в Спрингхилле, рядом с портом Диксоном. That this is inspirational to be able to open more nice centers. Это вдохновляет людей открывать новые хорошие центры для сознания Кришны. Конечно, мы можем практиковать дома, нам для этого не нужен храм. Но более могущественно, когда если у нас есть центр, где у нас есть место, где мы можем встретиться с другими преданными, где мы можем быть вместе и практиковать с ними. Сила общения настолько важна. Мы встречаемся вместе, мы находимся в кругу преданных. Катха, Кришна Каншис Катха, она намного могущественная в кругу в общении с преданными. Поэтому нам нужны эти центры. Конечно, может потребоваться время, но в итоге постепенно мы увидим
больше и больше людей. Например, Джинананда Госвами Махарадж рассказывал нам этим утром, как было около 20 преданных изначально в 80-х годах в Малайзии, а сейчас множество преданных. Как это произошло? Потому что здесь были преданные, они устраивали центры и устраивали программы. И начали люди приходить. Мы устраивали фестивали, отмечали фестивали, отмечали праздники. Изначально люди в Малайзии знали только молитвы Шиве. Они знали мантры, посвященные Шиве. Но сейчас, по милости сознания Кришны, по милости движения сознания Кришны, более и больше людей узнают о Бхагавад-гите. Гита Гьяна программ. Она была настолько удачной. Тысячи людей принимали участие в Гита Гьяне, обсуждая темы Бхагавад-гиты. И до сих пор продолжаются регулярные классы онлайн для людей по всей Малайзии. Джананда Махарадж. Был здесь в Малайзии какое-то время, затем он путешествовал по другим странам. С недавних пор он остается во Франции, в Париже. В таких странах, как Франция, там проповедь была снижена, а потом совсем прекратилась. Джинананда Махарадж отправился во Францию и смог перепечатать Бхагаватам на французском языке. И тогда почти никто не знал, что есть Бхагаватам на французском. Махарадж узнал об этом и сделал так, чтобы его опять напечатали, и преданные распространяли Бхагаватам на французском языке везде. И даже в Швейцарии есть комплект Бхагаватам на французском. А такие страны, как Франция, некоторые части Швейцарии, им нужны книги на местном языке. Например, как вы. Многие хотят читать и читают книги на тамильском языке. Вы не читаете на английском, вы предпочитаете читать на тамильском. Образование здесь, в Малайзии, дается на официальном малайском языке. Не так много английского. Английский язык не очень значимый язык здесь. Официальный язык малайский. Китайцы говорят на китайском, индусы на тамильском. Английский здесь очень много используют. Но все-таки для международных целей он очень важен. И таким образом Махарадж напечатал эти книги, вдохновил на проповедь, на распространение книг, привлек многих людей, развил храм. Там есть большой храм в Новом Майпуре. Это старое здание с большим... в большом участке земли. Мы с вами из Великобритании, и в Лондоне у нас есть Бхакти Веданта Мендер. Он выглядит очень красивым, красочным. Но если вам придется поехать туда и поддерживать его, тогда это превратится в большую головную боль. Так как это старое здание, и существует много законов, что вы имеете право делать с этим зданием, чего не имеете. Не разрешается убирать деревья, даже срезать ветку с деревьев не разрешается. Так много законов. Вы не можете заменить дренажные трубы железные на поливинилхлорид. Так много проблем. Таким же образом, в Нью-Майпуре вот это здание, оно очень старое. С виду оно красивое, но его очень сложно поддерживать. Очень трудно. Также есть много проблем, которые мы стараемся избегать в нашей проповеди. Это очень хорошо, когда мы постараемся распространить движение сознания Кришны. На то же время нам нужно поддерживать то, что уже есть.
Здесь в Мелаке, покуда Прабу находится, он в пожаре. На самом деле здесь один остается. Так, Макунда Прабху живет здесь, он пуджари, видите, много божеств. На самом деле, божества Джаганатхи, они здесь не постоянно пребывают, их недавно привезли для Радхаятры, для участия в Радхаятре. Поддерживать храм – это очень, самый большой вызов. Поддерживать храм. Нужно много преданных. Сколько инициированных преданных здесь, в Милаке? 25 инициированных. А сколько людей приходят проводить арати? Очень мало. То есть они получают инициацию и приходят иногда выполнять служение, может быть, раз в неделю, когда есть программа. Мы говорили сегодня тут о том, во времена Прабхупады каждый, все жили в ашрамах и были преданными, задействованы 24 часа в сутки. Сейчас община в ашрамах живут очень мало людей. Однако община существует. И в Америке мы их называли воскресные вояки. Они идут на санкиртан только по воскресенье, в воскресенье, в субботу. Воины по выходным. То есть они не могут все время быть задействованы. У них, конечно, работа. Семья, они же должны поддерживать семью, естественно. Такие вещи вполне ожидаемо случаются. Однако мы должны понимать вызовы, когда мы строим храмы. А вот здесь, в Малайзии, сейчас, Прабху говорил этим утром, он говорил о Вахао. Я был в Вахао 3 недели назад. И у нас там была церемония закладки первого камня. Нам пожертвовали эту землю, и Парамананда Прабху установил там очень хорошее место для поклонения. У них там уже есть одно место, однако постепенно выяснилось, что эта местность не очень хорошая. И они решили, что им нужно приобрести еще какую-то местность. Однако это огромная работа, это работа не для одного человека. Однако вы можете быть удачливы, как Гопа Кумар Прабху сегодня утром рассказывал. Сегодня утром молился божествам, а затем кто-то пришел и дал 250 тысяч. Ну, такое не каждый раз случается. И все можем пойти молиться, но все равно не получим того, что хотим. Мы должны быть внимательны к тому, как мы прогрессируем. Я был в Джохоре, там преданный Нама Санкиртана, ученик Бхакти Чару с вами. Помещение там, собственность какую-то, на самом деле у нас 4 центра в Джохоре. Но все эти центры открыты только по выходным. Центры выходного дня. В течение недели там никого нет. Вы приходите в течение недели, там нет никого. Приходите, возвращайтесь в субботу. Нам Санкиртан Прабху настолько амбициозен, что он присмотрел еще один участок земли, планирует приобрести его в собственность и построить там уже активно действующий храм. Он надеется получить разрешение, чтобы построить там действующий храм, так? We'll keep quiet about that.
Но мы и дальше будем бороться, да? Во всяком случае, его амбиции позволяют ему что-то делать. Такое случается. Мы надеемся, что в будущем больше и больше людей будет приходить. Мы хотим сделать что-то для Кришны. Я был в Индии, посетил Хайдрабад, и там появился новый центр в Хайдрабаде. Это в пригороде Хайдрабада. Я спросил, как появился этот храм новый. Они говорят, ой, один человек приходил в храм, и он спросил, а могу я что-то сделать, какое-то служение? Могу как-то помочь в храме? И другой преданный сказал ему, а ты не хотел бы построить храм? И он сказал, ну хорошо. И он построил. Он построил чудесный храм, красивый. Там большая алтарная с божествами, да, большие божества, маленькие божества, большие мраморные божества и также маленькие мурти. Это большой храм с рестораном. С рестораном там есть лифт внутри. Там лестницы. Все из вас захотели сразу побывать там. Да, он хочет поехать туда. Ну хорошо. В всяком случае, такое происходит в Исхон. Больше и больше людей приходят и вовлекаются в преданное служение. Чего не хватает, так это рук. Не столько проблем является нехватка финансов, человеческой силы не хватает. Людям легко отдавать деньги. У людей есть деньги, есть машины и все такое. Но мы хотим, чтобы вы пожертвовали свою жизнь. Нам не нужны ваши деньги. И когда мы проповедовали людям, чтобы привлечь их пожизненных членов в Искон, мы говорили им, нам не нужны ваши деньги. Нам нужны вы. Пошли с нами проповедовать. Я просто выпишу. Мне хотелось от всего отказываться и уходить. Но у них намного легче просто выписать чек. Сколько вам нужно? Берите деньги и уходите, оставьте меня в покое. Но мы хотим вдохновить всех вас, чтобы вы подумали, и как вы можете посвятить себя полностью для Кришны. Как вы можете использовать оставшуюся вашу жизнь в служении Кришне. И таким образом вы сможете спокойно жить. Но если там не поступите, вы не будете умиротворены. Вот некоторые моменты, над которыми вам нужно подумать. Может, мы спросим Джананда Махараджа. Как у нас там со расписанием? Они все уже организовали, мы возвращаемся к расписанию. Я думаю, что мы даже опережаем время. Они нам дадут времени, сколько надо. Я могу и наоборот сказать, если вам это как-то поможет. Вы бы нам подали какую-нибудь идею? Обычно, когда вы так делаете, вы спикером наступаете на горло. Потому что видят, как мы тут все веселимся. Но это забавная идея, Прабху. Начните с пранама мантры. Ладно, хорошо, мы будем реалистичными. Ну ладно, скажем 5 минут. Я буду говорить. Хорошо, 5 минут.
5 минут – это вообще здорово. Очень хорошо. Я уверен, что многие ученики еще хотят сделать свои подношения. Итак, праздник 70-летия Бхакти Вигнаша Нарасимха Махараджа. Сегодня 70-й праздник, 70-я годовщина в Ясапуджа. Это 75-я церемония. Это не последняя его в Ясапуджа. Последняя четверть жизни, то есть от 100 лет. Я думаю, 5 минут уже прошли. Ну, у меня много есть чего сказать. Я могу, конечно, всего и не помнить, поэтому так расскажу что-нибудь одно. В любом случае, я буду краток. Махарадж пришел в храм в Лондоне, в том самом месте в Лондоне. Это были самые первые дни, первый и второй год, самые первые преданные. А я пришел в храм в Лондоне первый раз в сентябре в 71 году. А Махарадж уже был там. Нарисимха Прабху принял посвящение у Шрилы Прабхупады. Он уже был инициирован. Когда я пришел в храм, там были некоторые отличительные особенности, которые были очень привлекательными. И одной из этих черт был невероятный энтузиазм преданных. И другой привлекательной чертой была командная работа, то есть мы работали вместе. Возможно, это все было как-то по-разному, то, что я видел. Еще было и мое собственное служение. Я еще пока тогда ничего не делал. Но каждый из нас там выполнял любую работу, делал все. Все что-то мыли, все приходили на лекции. И все мы жили в храме, поскольку так было легче. Но основной вещью было то, что все преданные делали все, что угодно и с желанием. И наш любимый Махарадж был примером того, как можно выполнять любое служение хоть днем, хоть ночью. Много раз мы его заставали среди ночи за мытьем кастрюль на кухне. Я долгое время там был старшим, а Махарадж был занят работой в общине. Вот в мой первый день в храме, первой вещью, которая со мной случилась, был прасад. И прасад был просто экстраординарный. Там были ребята, такие, которых сегодня нет, Сингешвара, Шри Гаура, Ситхи Сатхана, Бхавананда и другие. Ну и могут подтвердить тот факт, что прасад был другим, различным. То есть он отличался. Это что-то было неземное, на самом деле очень притягательное. Но что-то очень сложное. Вот сладкий рис был просто божественным. Он готовился 12 часов. Его начинали делать за 3 дня до пира, до праздничного пира.
То есть приготовления были совершенно необычными, и рис сам по себе уже был настоящим праздником. Ничто иное, как этот рис. Что касается Малайзии, то это была просто революция. Нас тогда здесь не было. Ну, просто продолжая традицию, я скажу. Реалистичный образ жизни с небольшим налетом духовности – это настоящая революция в изменении сознания. Вместо того, чтобы видеть себя и всю свою собственность в центре, мы видим Кришну в центре всего и то, что Он хочет. И мы видим, как это будет менять сердца тех, кто находится вокруг нас. Времена меняются, и вы должны идти в ногу со временем. И это все имело потрясающий эффект. Воскресный пир находился абсолютно вне пределов этого мира, когда я впервые пришел. А Пушпанрайз мы готовили, мы начинали готовиться к воскресному пиру с понедельника. Мы планировали, как удовлетворить Кришну, как привлечь людей с помощью оружия прасада. Мы готовили. Вот это был мой первый опыт, когда я испытал на себе потрясающий эффект прасада. Потом они меня спросили, хочешь сходить на Санкиртану с нами? И я присоединился к одной из групп. Но это уже история, которая займет тут сейчас 5 часов. И первый преданный, который тогда проповедовал, был никто иной, как Нарсимха. Он был казначеем в то время, а он был членом общины. Действительно, да, вы тогда были казначеем. Ну, такой печально известный казначей. Я не хотел так говорить. Он вот сказал там, прошептал, что он печально известный казначей был. Да, кажется, он был печально известным казначеем лондонского храма, о котором мы узнали. Ну вот, он шотландец. И что можно сказать о шотландцах? Они очень строго относятся к деньгам. Очень скупо – это более подходящее слово. То есть он был очень скупым казначеем. Но я должен его поблагодарить за то, что он никогда подолгу не проповедовал. Я как-то всю себя останавливал в присоединении к храму. И мне понадобилось около 6 месяцев, чтобы сдвинуться наконец с места. Но я этого раньше не делал, потому что хотел убедиться все-таки, что это именно то, чего я хочу. Но кроме того, я держался, как многие молодые люди в те дни. И кроме того, в те дни я, как и многие другие молодые люди, держался за музыку. Особенно современный рок. Современный, конечно, для тех дней, а не для настоящего времени. Музыка тогда заводила все наши чувства, не всяких сомнений. И я удивился, потому что когда я начал слушать Хари Кришна, я перестал слушать рок-музыку. Оказалось, что я перестал ходить на вечеринки. Мне уже не нравилось, когда курят марихуану. И как же я продолжал получать удовольствие? Я воспевал Хари Кришна, я вкушал прасад, и мне нравилось мое служение. Но все же было кое-что еще. Я не мог так просто взять и уйти. Вот я помню, Махарадж тогда сидел в аудитории, у него была Бхагавад-гита, он открыл ее на 2-й главе. Кажется, это были стихи 44-45, но я могу ошибаться. Известная шлока из 2-й главы. Что польза в каком-то маленьком источнике, когда стекается вода со всех сторон? Это человек, который видит свою цель. А в Ведах все цели – это только религиозные церемонии. Это меня здорово зацепило.
Я действительно не имел цели, как это было сказано в Бхагавад-гите. Это была такая проповедническая версия книги. Маленькое издание фиолетового цвета. Большинства целей там не было, но это как-то затронуло мое сердце. Да, если вы предадитесь Кришне, тогда вы почувствуете все и всех. И из-за каких-то материальных предметов, которые, как мы думаем, могут сделать нас счастливыми. Но мы просто не знали этого. И меня убедило то, что если в нашем уме есть Кришна, то нам не нужно что-либо еще. Спасибо, Махарадж. Итак, мы задержались слишком надолго, как я уже сказала. И вот 1973 год. Мы разошлись по разным направлениям в то время. Махарадж, вы проповедовали где-то на юге, Уэльса. А затем вы уехали в Америку на какое-то время, и в следующий раз я встретил Махараджа уже в Индии. Махарадж был очень склонным к аскезам, очень аскетичным, если так можно сказать. Очень упорядоченный, очень серьезный, очень строгий. В Индии, конечно, для этого была идеальная ситуация, как вы понимаете. Вы путешествовали по Индии, проповедуя, привлекая к нам пожизненных членов, распространяя книги. Путешествовали на поездах тогда, а книги приходилось брать в каких-то в чемоданах, в сундуках. И поезд этот был, это не Раджастанский экспресс первый класс. Какой бы класс вы ни попали, это все равно очень аскетично. И страшная жара. С этим огроменным чемоданом таскаться туда-сюда. Понятно, что это было очень некомфортно. Но Махарадж преодолевал это все ради того, чтобы доставить удовольствие Прабхупаде. Он распространял его миссию. И позднее он был на Филиппинах. Аттамал Кришна Гусвами, как Махарадж сейчас сказал, был много лет на Филиппинах. Махарадж тоже был там долго. И куда бы вы ни пошли, люди до сих пор помнят вас там. Нарисимха Махарадж, тогда он был просто Нарисимха. Насколько он был простой, насколько аскетичный, всегда выбирал самый дешевый транспорт. И куда бы Кришна его ни забросил, он везде проповедовал, проповедовал и проповедовал. И в этой стране множество людей до сих пор помнят его в те дни. И помнят то влияние, которое он оказал на них. Приехав туда, Махарадж там находился в разных местах, повсюду. Там 12 тысяч островов, и на многих из них он побывал. То есть он везде сеял семена сознания Кришны. То есть проповедуя с самых первых дней, он продолжает проповедовать. Как просветленная душа. Это и есть настроение Прабхупады. Прабхупада не хотел никаких привилегий. Просто находился на поле битвы проповеди. На сознание Кришны. И Махарадж пример такого настроения. Что касается проповеди в Китае, то это одно из самых трудных мест в мире. И Махарадж там находится 40 лет, проповедует и вдохновляет всех вас и множество преданных по всему миру, учит нас и проповедует своим примером. И мы желаем ему, чтобы этот его день явления проходил полностью в сознании Кришны. И пусть в течение многих лет его силы возрастают все больше, больше, больше. Но это уже все между ним и Кришной. И мое желание, чтобы он по своей доброте продолжал дарить нам свое общение. И каждому преданному он дает понемножку силу Прабхупаду и его безграничные качества. И у Махараджа есть многие из этих качеств. Садхана, проповедь, служение, умиротворенность. Так много прекрасных качеств. Shri Bhakti Vignashna Shringa Maharaj Ki Jai Gaura Premanandi Shri Prabhupada Ki Jai Hari Bol. Maharaj says not more than 5 minutes Indian times. Махарадж сказал не больше 5 минут, но это по индийскому времени.
Нирвишеша Шуньявади Пашчатти Сатарин. Ванча Талпатрубьяшча Трупасанду Гаевича Паританам Павнебья Вайшнави Пранамо Нама. Today I would like to take the opportunity to thank Сегодня я бы хотел иметь возможность поблагодарить Махараджа за то, что он был так добр быть сегодня в Малайзии. Я думаю, это величайший подарок для нас, что Господь присутствует сегодня в Малайзии целый день. Мы читаем Шримад Бхагаватам о том, как мудрецы в лесу на Мишаране. Дустарам ништитим сатам, калим саттум арапун сам карна дара югарна. It's only by the arrangement of the providence that the holiness been visiting. Вслед за ними мы можем сказать, что вслед за ними мы можем сказать, что только Бог и провидение могли устроить так, что ваше святейшество сейчас сидит здесь, и только по вашему благословению мы можем выйти из-под влияния Кали-юги. Малайзия получила сегодня благо из-за прибытия и такого удивительного общения с его святейшеством. Как сказал Господь Чайтанья Санатани Госвами, такие преданные, как ты, это воплощенные святые места, потому что они носят Кришну в своем сердце. Он повторил таким образом шлоку из Шримад Бхагавата. И где бы ты ни был, ты превращаешь в любое место в место паломничества. Поэтому я очень благодарен Махараджу за его приезд и за то, что он являет нам такой прекрасный пример. Махарадж очень прост, очень чист сердцем и искренне предан движению Шрилы Прабхупады. Первый раз я увидел Махараджа в Серебране. Я увидел, как Махарадж там ходит вокруг по саду и собирает все кирпичи, выкапывает их там из земли. Это был сад вокруг храма. Я спросил одного преданного, что это Махарадж там делает. И преданный мне ответил, Махарадж находится на другом уровне. Махарадж очень смиренный. Махарадж сейчас рассказывал о своей проповеди в Китае, и я спросил у него, сколько времени у него заняло выучить китайский язык. Я очень хотел об этом узнать. Меня очень вдохновляет, когда я вижу, как Махарадж разговаривает с китайскими преданными. Итак, я спросил, Махарадж, сколько времени у вас заняло это? И Махарадж сказал, 10 лет. Ну, я подумал, ну, я бы, может, год там смог учить примерно. И потом я спросил Махараджа, а сколько времени на самом деле у вас заняло, чтобы установить, создать проповедь в Китае? И Махарадж сказал, 30 лет. Но я подумал, ну все, для меня это только в следующей жизни будет. То есть Махарадж очень смиренный, очень терпеливый, создавая движение сознания Кришны в таких очень неблагоприятных местах, как Китай. Махарадж все время покидал свою зону комфорта, останавливался там среди непреданных. И сейчас Махарадж проводит удивительную проповедь среди китайских преданных. Думаю, что Прабхупада очень удовлетворен всей деятельностью Махараджа. И мы счастливы, что Махарадж и другие ученики Прабхупады путешествуют сейчас по всему миру и передают нам настроение Шрилы Прабхупады. Махарадж показывает нам очень высокий стандарт не того, как он находится на Вьясасане. Махарадж должен сидеть на Вьясасане и принимать все выражения почтения. Однако же он отказывается. Ученики Прабхупады вполне могут сидеть на Вьясасане и принимать все выражения почтения, однако Махарадж отказывается от этого. И мы спрашиваем у него, ну а что ж тогда делать? Он говорит, ну может я тогда на пол вообще сяду. То есть вы видите, насколько Махарадж удивителен. И я хочу предложить Махараджу один бенгальский баджан. Это из Шаранагати Бхактивинода Тхакура. В нем он просит вайшнавов их милости для того, чтобы поддержать свое сознание Кришны. Это песня на бенгали.
Я спою на бенгали, но мне кажется, Махараджа бенгальский не знает. Мне кажется, что в аудитории китайцы и индусы тоже, наверное, не все знают бенгальский. Я, конечно, потом перескажу песню на английском, но у меня английский не очень. Я мог бы вам на китайском сказать, но я думаю, что я это только в следующей жизни смогу сделать. Я мог бы вам только на тамильский ее перевести. Так, я очень благодарен Махараджу за то, что он здесь присутствует, за то, что он приехал к нам сюда, в Малайзию. И, конечно, Малайзия очень благословлена. Все, кто хоть раз когда-либо с ним пообщался, могут подтвердить, что Махарадж очень-очень-очень-очень смиренный. Kunjam kudkid, ohe Vaishnava bhaktare, karunai bhaindavare, karunai yanak kunjam kudkid. Unmalapadangalai vanangu gindre, yennai tuya tattanakkirid. Bhagavane tattane, Karunai naale, naanum tuimai arindi kure. Yela vidamana, nattunam kalayom, umvaji naanum petri kure. Kattiyan ki yelai, nanvulvanaga, yevani tulunamam paadida. Это прекрасный баджан Бхактивинода Тхакура. Он здесь пишет, что общение с вайшнавами очищает его. И он сможет контролировать 6 благоприятных вещей и также контролировать 6 неблагоприятных вещей для преданного служения и может развить все 6 самых лучших качеств и может практиковать 6 методов любовного взаимообмена с вайшнавами. Бхактивинода Тхакур говорит, что он находит очень затруднительным практиковать бхакти в одиночестве. У него нет такой энергии в его жизни. Он общается с вайшнавами, и они могут дать ему эту силу, поскольку они очень добры. И в конце он говорит, что Кришна принадлежит вайшнавам, бежит за теми, кто поет Хари Кришна. И у вас есть сила раздавать Кришну вот таким образом всем. Вот мы получили милость ученика Прабхупады Нарасимхи Махараджа. И я хочу попросить прощения за все оскорбления, которые я допустил. Конечно, я допустил множество оскорблений, особенно в присутствии Махараджи. Первый раз, когда я его встретил, он сказал мне: «Ты индиец». И в то время я не совсем понял, что он имел в виду, может, потому что он говорил на British English, то есть на британском английском. Я ходил на санкиртану тогда. Я не очень понимал, что он говорит. Я понимаю, что для меня это было настоящим благословением, позволило мне стать более смиренным, напомнило мне об этом.
поскольку это означает, что вы не можете иметь настоящего прогресса в вашей жизни. И тот факт, что он вдохновил меня, говорит о том, что он был очень добр ко мне, чтобы я следовал бхакти и движению Прабхупады. Когда я принял саньясу и начал путешествовать, Махарадж был моим наставником. Затем я встречал его в разных странах Европы. Махарадж сказал мне, что ты очень хорошо проповедуешь философию в своих лекциях, поэтому, может быть, лучше тебе проповедовать на Западе. Однако я попросил Махараджа, позвольте мне остаться в Индии. У меня нет денег путешествовать в Европу. Махарадж очень терпим, он просто удивительный. Он живет в Малайзии уже очень долгое время, он поэтому хорошо понимает менталитет индийцев, которые живут здесь. Then I was very eagerly waiting for Mahaprasada. Если Прасада вовремя нет, если Махарадж спокойно сидит и ждет, то я всегда жду Махапрасада с большим нетерпением. Итак, я просто раб своих чувств, но Махарадж очень-очень сдержанный. Ну, мы желаем Махараджу очень долгой жизни, чтобы он был с нами. Чтобы он почаще бывал в Малайзии и руководил нами на нашем духовном пути. После вашего ухода из этого мира у нас больше не будет никого, кто бы соединил нас с настроением Прабхупады. Всей глубины своего сердца я благодарю вас за ваше такое прекрасное общение.